К другим темам. У этого итальянца миллионные просмотры в интернете. Он многократный победитель различных шоу. На один день в Ярославль приехал Лука Стриканьоли. Гитарист, мультиинструменталист и композитор. О том, чем и как удается очаровать российского зрителя горячему итальянскому артисту, узнаем прямо сейчас. Гитара – это наше родное. Вы смотрели запись его гитары. Очень хорошо играет молодой человек. Мне, в принципе, нравится гитарная музыка. Но вот с этим исполнителем я не знакома, но мне было бы очень интересно познакомиться. Вот пришла. Итальянская звезда интернета молод, талантлив, обаятелен и харизматичен. В свои неполные 25 Лука Стриканьоли и его гитары покоряют один российский город за другим. Человек-оркестр с одинаковой легкостью выступает и на серьезных площадках, таких как Ярославская филармония, и в молодежных клубах. Я могу создать атмосферу, которая мне требуется, сам во время концерта, потому что важно не место, а мое общение со зрителем. Тем более, что различия между публикой там и там больше не существуют. И если я хочу развеселить или растрогать ее, я сделаю это в любом зале. Попав в Россию впервые, Лука был поражен тем, что женщины после концерта дарят ему, мужчине, цветы и оказывают другие знаки внимания. В Италии, говорит он, все наоборот. Это отмечает очень приятно. Но пока все-таки молодому человеку проще договориться с гитарой, нежели с представительницами слабого пола. С гитарой легче. Я ведь могу на гитаре выразить самые разные чувства. И гнев, и счастье, и боль, и грусть. И гитара мне всегда остается верной, когда бы я ни брался за нее. Но с девушками тоже иногда получается договориться. Начал брать уроки игры на гитаре в 10 лет, и очень быстро одного инструмента ему стало мало. Сейчас в концерте музыкант задействует до 7 гитар в компании губной гармошки, флейты, смычка и даже столового ножа. К 12 струнам на одной из гитар добавилась 13-я. Но поскольку у человека всего две руки, то приходится подключать нижние конечности. Ярославль завершил нынешний тур музыканта, но уже осенью Стриканьоли планируют новые гастроли. К этому времени Лука вместе со своим другом, гитарным мастером, надеется довести до ума инструмент, на котором будет 15 струн, и привезти его в Россию. Марина Ромакина, Артем Геворкян, Вести Ярославль.